Необычный объект сферической формы могли на днях увидеть посетители Видновского парка. Его в рамках акции установила одна телекоммуникационная компания. Красивый, насыщенно серебряного цвета, он сразу вызвал большой интерес и любопытство. Планетарий, не выезжая за пределы Видного. Еще один вид развлечений для горожан. Это купольное обозрение идет, то есть там проектор внутри стоит, и непосредственно по всему, вот как раз куполу, который вы видите, уже транслируется картинка. Устроившись на удобных диванах, гостям предложили посмотреть научно-познавательное шоу. Каждый желающий мог познакомиться с планетами, звездами, созвездиями, затмениями и другими тайнами неизведанной Вселенной. Дети могут прийти в парк и поразвлекаться, да. Обычно, ну, как бы рядом с домом нет никаких планетариев, а тут есть. Это прибавляет больше знаний, и потом в школе всем будет интересно, никто не будет знать, а потом ты поднимешь в школе руку, тебе за это поставят 5. Фильм действительно полезен для школьников. Он полностью соответствует обучающей программе, что дает возможность детям лучше усваивать учебный курс по астрономии и естествознанию. Например, Даниил Шапкин много нового узнал о планете Уран. Кажется, что в него сдвинулся какой-то объект, и он поэтому наклонился. Почему именно эта информация вам больше всего запомнилась? Потому что я все уже знаю, кроме этой. К просмотру познавательного ролика присоединились сотни людей. Организаторам пришлось продлевать запланированное время посещения. Восторженные гости не расходились до позднего вечера. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.